Екатерина Карстен, Марина Лобач, Виктория Азаренко, Максим Недосеков и многие другие. Из стен этого училища выросла целая плеяда выдающихся спортсменов, чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Именно здесь рождаются будущие звезды спорта, готовые взбираться на самые непокоримые вершины и вдохновлять миллионы людей своими достижениями. Высокий уровень образования и спортивного мастерства, развитие молодых талантов и подготовка будущих чемпионов. Все это Республиканское государственное училище Олимпийского резерва. Место, способное открыть двери в спорт больших достижений. Республиканское государственное училище – это такое учреждение образования специфического, будем так говорить, профиля, которое специализируется на подготовке Олимпийского резерва, будем так говорить, юных спортсменов, начиная с 13 лет и заканчивая, наверное, где-то 21 годом, будем так говорить. Это 6 класс, 11 класс и 1-2 курс. Это, получается, учащиеся наши получают среднеспециальное образование. Тренер по виду спорта – это, получается, дипломированный, готовый дипломированный специалист. Специфика в чем, что здесь обучаются в одно время 25 видов спорта. Одновременно как бы у нас базируются некоторые виды спорта, некоторые виды спорта проходят спортивную подготовку на других спортивных объектах города Минска. Вы уже наслышаны, наверное, да, о образе, который я развиваю и стараюсь своих учащихся, сотрудников училища привить вот эту вот ассоциацию нашего учреждения образования с китайским монастырем Шаолинь. Мне посчастливилось там побывать, мне есть с чем сравнивать наше учреждение. Я его образно действительно называю белорусский Шаолинь. Но наше учреждение, вот как специализированное от китайского, отличает ряд особенностей. Прежде всего, при сохранении той же конкуренции в обоих учреждениях у нас ставка делается на именно комфортное пребывание, на создание наиболее оптимальных условий для спортивной подготовки учащихся. Ну и другой особенностью идеологической у нас все-таки религия проповедуется в нашем учреждении. Это идеология нашего белорусского государства. То есть мы воспитываем не только спортсменов высокого класса, то есть наиближайший резерв спортивный, но и патриотов нашей Республики Беларусь. Республиканское государственное училище Олимпийского резерва по праву можно считать колыбелью будущих чемпионов. За полвека с 1972 по 2022 год на Олимпийских играх выпускники и учащиеся РГУОР завоевали 103 олимпийские медали. В копилке училища 35 золотых, 32 серебряные и 36 бронзовые медали. Но и это еще далеко не все достижения. Мы очень успешно выступили на последних стартах. Вторых играх стран СНГ. У нас во всех почти видах есть внушительные результаты. В марте месяце проводился турнир в Черногории в Лиге Б. Девчонки участвовали в национальной сборной до 17 лет. Команды, которые нам противостояли, Черногория, Андорра и Литва. В трех играх было набрано 9 очков. И безоговорочное первое место с проходом в Лигу А. Следующее поколение, которое будет играть до 17 лет, девчонки будут уже испытывать опыт международных игр на уровне Лиги А. Я думаю, что если они увидят и попробуют себя на таком уровне, то у них есть перспективы заиграть в самых топовых клубах. Последние соревнования у нас были в Якутске, это в России. Да, у нас 4 или 5 первых мест было. И вторые, и третьи так же самое. То есть, да, стали наши девочки. Очень хорошо сборная выступила, причем, что они выступали по-младшему. Они младшие в этой возрастной группе были, поэтому удачно. У нас сейчас в мае планируется чемпионат Европы U15. U20 уже отбор прошел. У нас 3 человека отобралось с училища наших девочек. И сейчас будет на следующей неделе соревнование, там, где будет отбор на U15. Планируем, что человека 3-4 точно наберется. У меня выпускники были отсюда, мастера спорта международного класса. Чемпион мира Кунцеви, чемпион Европы Новик, участник Олимпийских игр. Сацук Максим, Ждан Сергей, подполковник. Кокша, заслуженный мастер спорта, выпускник нашего училища. Все такие, даже видите, заслуженные уже мастера спорта. Сейчас мастера спорта.
У нас много мастеров спорта в этом году выходит. Заканчивает училище. И у Концевича уже, у моего ученика, с женой они работают. Много мастеров спорта у нас. Да, перспективы всегда есть. Работать, как говорится, надо. Для этого создано училище, чтобы собирать туда перспективных, талантливых детей. А в училище для этого созданы все условия для их развития. Здесь для одаренных учащихся созданы все необходимые условия для получения среднего и среднеспециального образования в сочетании с наиболее благоприятным режимом тренировок. Изначально материально-технические условия базы оставляли желать лучшего, а специализация составляла всего 5 видов – легкая атлетика, спортивная гимнастика, баскетбол, волейбол и фехтование. Глядя на нынешний лоск и блеск, даже не верится, что начиналось все скромно и аскетично, буквально по-спартански. Как говорится, почувствуйте разницу в настоящем. В настоящее время материально-техническая база РГУОР представлена 5 спортивными залами. Многопрофильный спортивный зал по игровым видам спорта, волейбольные и баскетбольные залы, а также места для занятий борьбой и боксом. Есть в училище и 2 тренажерных зала, зал аэробики, футбольное поле, стадион, а также 4 восстановительных центра. Материально-техническая база шагнула вперед колоссально, потому что был в 2012 году построено свое наше отдельное общежитие, 12-этажное, потому что это очень важный процесс. Мы до того, все время вот с основания 1966 года у нас были общежития не свои, а были общежития разные, кто нам предоставлял, но на арендных условиях, будем так говорить. И, соответственно, появилась возможность расселить всех нуждающихся спортсменов. В общежитии это 400, на сегодняшний момент проживает 429 человек, ну, учащихся в общежитии. Это достаточно много, и все нуждающиеся обеспечены проживанием на сегодняшний момент. Соответственно, многопрофильный зал, который был сдан в 2018 году, это тоже колоссальная, как бы, постройка, такая грандиозная для нашего учреждения, очень важная. Так как игровые виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, они были обеспечены своей базой, хорошей для проведения республиканских турниров, международных турниров различного уровня. Ну, очень хорошая база, которую все хвалят по всей стране нашей, и все приезжают с большим удовольствием, принимают участие. И, конечно же, еще в 2021 году был сдан, после реконструкции, модернизация, реконструкция так называемая, это был сдан наш спортивный стадион. Он раньше был вот еще очень старенький, очень давнего времени постройки, где-то, наверное, года 1986, если не ошибаюсь. И его вот эта реконструкция тоже дала огромные возможности для проведения тренировок футболу нашим командам, также командам, которые на условиях аренды к нам приходят. И, соответственно, легкоатлеты, которые могут воспользоваться стадионом, беговыми дорожками, ядрами и всяким оборудованием, которое находится на стадионе. Они как бы все важны в нашем училище, но есть виды спорта, те, для которых у нас наша учебно-спортивная база, она соответствует их уровню и их уровню подготовки. Это игровые виды, такие как волейбол, баскетбол. У нас есть 2 зала для них, многопрофильный зал большой, и есть тренировочные залы отдельно для баскетбола и для волейбола, которые обеспечивают 100% подготовку 4 сборных по волейболу и 2 сборных по баскетболу. Это очень важно, когда учащиеся на месте никуда не уезжают. Соответственно, борьба греко-римская, борьба вольная. У нас тоже также проходят учебно-тренировочные занятия. Бокс и отделение дзюдо. Еще велосипедный спорт. У нас отдельно есть база для велоспорта, которая тоже обеспечивает всю потребность, которую необходима для велосипедного спорта. Это как бы вот основные, но их не назовешь приоритетными. Они просто те виды спорта, которые мы можем обеспечивать здесь, именно на базе нашего вот училища, Олимпийского резерва. В этом году на базе нашего училища организована сборная команда юниоров. И мы как бы провели, ну, хорошую подготовку. И сейчас вот поедем на соревнования, будем смотреть результаты нашей работы, оценивать, что и как мы работали. Я думаю, что условия очень хорошие. То есть спортсмены обеспечиваются велосипедами, спортивной формой, естественно, питанием, проживанием. Вы видите, что мы тут все рядом, у нас как бы треугольник. Там учатся, здесь живут и здесь же отсюда выезжают на тренировку. То есть не надо куда-то добираться, как многие спортсмены ездят там со своих домов в спортивные школы. Здесь все рядом. И 5-разовое питание, все, я думаю, что оно сформировано хорошо для того, чтобы
питались и развивались спортсмены. А третий еще момент, ну, он может быть главный в свое время сейчас, что в училище подстроена учеба под тренировки, скажем. Если в школах на первом плане учеба, а тренировки как хотите делайте, то в училище немножко другое. И поэтому мы здесь есть вариант того, что они учатся, тренируются. То есть двухразовые тренировки, что в обыкновенных для США практически нереально. Несмотря на спортивный профиль училища, образованию здесь уделяют особое внимание. Качественный учебный процесс обеспечивается с помощью тщательно подобранного профессионального коллектива педагогов. Условия пребывания, как я сказал, в сравнении с китайским монастырем Шаолинь, действительно комфортные. Они не направлены на именно выживание, а как раз-таки на создание так называемой подготовленной среды учреждения. То есть здесь все напоминает о статусе учащегося, что это действительно талантливый, выдающийся уже вот в этом возрасте молодой спортсмен, на которого наша страна надеется в будущем. Вот. И для этого и созданы все условия, начиная от режима дня, материально-технического обеспечения, подбора персонала педагогического, тренерского. У нас работают, без ложной скромности, лучшие специалисты Республики Беларусь. Всестороннее развитие стоит на первом месте. Если игрок там плохо учится, то он и информацию на тренировках воспринимает так же тяжело. Поэтому нужно больше объем работы ему проделывать для того, чтобы это все восприять. А у нас лично разграничений таких нету, что там школа отдельно, тренировки отдельно. Все должно быть совместно. И дисциплина здесь должна быть, и стремление, и желание, и все. Вообще мое глубокое убеждение, что спортсмены, они все очень умные люди. Почему? Потому что для того, чтобы заниматься спортом, конечно, надо уметь мыслить, надо знать в любом виде спорта, куда пойти, что сделать. Спорт – это он нужен для общего развития и для здоровья, очень полезен. Может быть, не все станут олимпийскими чемпионами, но, конечно, вреда спорт не принесет никогда. У нас дети занимаются активным спортом. И поэтому каждый из учителей старается пойти навстречу ребенку и принять их знания в любое удобное для них время. Дети наши часто выезжают на учебно-тренировочные сборы, они часто выезжают на соревнования. У них, безусловно, не хватает времени заниматься учебой. Но при этом они все стараются. Они приходят, когда им удобно, пишут самостоятельные работы, контрольные работы, потому что, как известно, без письменных работ, особенно что касается математики и других письменных предметов, без письменных работ мы не можем оценить ребенка за четверть, не можем провести аттестацию промежуточную. Поэтому, конечно, им тяжело. Но мы все рады их видеть в любое удобное для них время и всегда примем их багаж знаний. У нас есть и медалисты в училище, и дети, которые занимаются на хорошо и отлично, и в принципе только на 9-10, тоже очень старательные дети. Да, действительно, мне тоже очень приятно отметить, что успеваемость у наших учащихся несущественно отличается от, скажем, элитных учреждений образования города Минска. Этому подтверждение результаты вот последней аттестации, которую проводило Министерство образования, они особо отметили даже более высокий уровень у моих учащихся по сравнению с городскими школами. Вот. Для этого созданы также особые условия обеспечения образовательного процесса. Это и система дополнительных занятий, система преподавания в удаленном режиме, так как наши учащиеся находятся, скажем, большую часть времени в отъездах, это сборы, соревнования, тренировки те же. Поэтому, находясь
на удалении от нашего учреждения, они имеют возможность продолжать вот, без снижения качества образовательный процесс. Кстати, я вот в этой части хотел бы отметить такую особенность в части изучения иностранных языков. Наших учащихся не надо убеждать, что изучение языка очень важно. Они, многие уже выезжали за пределы Республики Беларусь и понимают, насколько важно вот именно коммуницировать со своими сверстниками из других стран. Поэтому они осознанно, усиленно изучают английский, французский, немецкий языки. И учителя отмечают действительно вот, мотивированность учащихся. Наши спортсмены имеют возможность, как никто, общаться с представителями из других стран. Вот. Английский язык является международным языком, то есть, зная иностранный язык, для тебя открыты все двери. Вот. Они могут выступать на конференциях, давать интервью, общаться с тренерами и с спортсменами из других стран в снегоходном кабинете. Вот. У нас установлена специальная программа, через которую мы управляем компьютерами. Вот, дети имеют возможность выполнять задания на иностранном языке, смотреть фильмы с носителями языка, выполнять тестовые задания в режиме онлайн, что способствует их лучшему усвоению иностранного языка. Неизменным в училище остается и звездный тренерский коллектив учреждения. На отделении дзюдо, например, бок о бок со своими же воспитанниками работает заслуженный тренер Беларуси Леонид Рябцев. Вот такой альянс опыта, молодости и преемственности поколений в виде спорта. Все тренеры в училище высочайшего профессионального уровня, каждый со своими методами, требованиями и амбициями. Соотношение штатных сотрудников к учащимся вас впечатлит. Чтобы вы понимали, в нашем учреждении 620 учащихся, а специалистов, которые с ними непосредственно работают, более 300. Поэтому можем абстрагироваться и представить, что на одного сотрудника у нас два учащихся. Это большой ресурс, человеческий ресурс, который затрачивается на подготовку современного спортсмена. То есть один к двум. Сделай пару шагов, раз, чтобы он пошел за тобой. Сразу с места не делай. Вот смотри, ты делаешь движение, завел его сюда, и ты сразу руку под себя тянешь. Ты же ее вытяни туда, ножку вставил, сразу болевой сделаешь. А так... Ну, эффект не тот. Да, я броски делаю, это мой ученик, Сорша, чемпион Союза первый. А вы приемы показываете. Я говорю, ну как же не показывать? Твои на просмотр беру, и прогибы, мы пистолеты, бассейн есть. Два раза в неделю у нас бассейн в училище, плаваем с вышки, я сальто кручу еще. Да, всегда надо быть в форме. Ну там Сычев делает. Свет можно было включить. Под пяточку. Сюда высекаем и под пяточку. Раз и пяткой. Вот, отлично. Смотрим, как трудолюбие у кого. Кто-то балуется, кто-то это. Вот он. Прежде всего на трудолюбие. Вот этот Сычев, он один единственный у родителей, но тем не менее папа был председатель, он трудяга, он пашет, он все время раньше всех приходит, позже всех уходит. Тем не менее он старается. Поэтому я выбираю прежде всего прилежание, образование, как учиться. Интеллект без дзюдо никак не может. Дзюдо нужно обязательно, человек быть гармонично, тогда он построит правильно сват. При равенстве физическом, техническом решает все интеллект. Довела, чтобы она шаг сделала, и навстречу, как только она шаг сделала, тут я сразу же и цепляю. Как только человек шаг сделал, мы его пяткой. Отдых.
Знаете, это девочки. Девочки и мальчики отличаются, да. И у меня такие отношения с ними, как я мама, это мои дети. То есть у меня кнут, пряник, они все время у меня в строгости, где-то и пошутим, посмеемся. Они могут мне доверить все, что угодно, рассказать, помощь, какой-то совет попросить. Они даже некоторые вопросы стесняются у родителей спросить, потому что они со мной проводят больше времени. Я сама училась тоже в училище, в разных, в Гомеле и в Плещницах. У меня все время были тренеры-мужчины. У нас не было такого контента с ними, то есть, и все время было сложно. Мама далеко, ты сам по себе, искал в основном поддержку от старших девочек каких-то. А у каждого испытания было свое, то есть, там хорошее, плохое, ты все равно от них принимал. Поэтому я сама прошла училище, я знаю, что им надо, и стараюсь это им дать. Поэтому сразу же у нас такие отношения доверительные. Если нет доверия, то мы не сработаемся, мы находим сразу с ними общий контакт, и все, то есть, и тогда будет идти работа. То есть я знаю, что я сказала, они сделают, они знают, что не могут мне доверить все, что угодно, то есть, поэтому у нас такой тандем, и поэтому это есть результат. Я считаю, только благодаря этому. Хорошо, пошли кувырки лицом вперед. Кувырки лицом вперед. Назад, трусцой, трусцой назад. Хорошо, кувырки спиной вперед с выходом на шпагат и на руки. Чередуем. Мне их тоже жалко, я им это говорю. Говорю, что вы, говорю, страшные люди, потому что вы себя не жалеете. Потому что такие бешеные нагрузки, на самом деле, это очень сложно выдержать девочкам. А когда приходят еще маленькие совсем, там вот 6-7 класс, они вообще такого еще не видели. И видишь, как они вот перебаривают себя, ну, характер проявляет свой. То есть ты понимаешь, что с этого спортсмена что-то будет, то есть в будущем. Мне жалко бывает, но я говорю, девочки, потерпите, пожалуйста. Мне жалко, когда они плачут на тренировке. Мне очень часто они плачут, но делают все равно. Я сниму на камеру, мы посмеемся с ними потом, то есть, когда они уже отдохнут. Поэтому, ну, по-другому не будет. Если я буду гладить по головке и будем заниматься, грубо говоря, там, тем, чем им нравится, и легкими тренировками, то мы будем выступать на уровне города Минска, и, то есть не более. А у меня амбиции – это минимум Европа, мир сейчас, пока по этому возрасту, а вообще Олимпиады, то есть, да. Потому что это будущий резерв для Олимпийских игр. Спортивный как режим тренировок, режим работы приучает ребенка с, скажем, с малых лет к тому, чтобы все делать по порядку, вовремя. И, естественно, находить время и для работы, и для отдыха, и для учебы. Потому что, ну, мало времени свободного получается. Поэтому все надо успевать. Сделать из ребенка чемпиона – задачка не из простых. Победа и поражение, радость и слезы – все это неотъемлемая часть удивительного пути, который проходит каждый юный спортсмен. Сейчас центр ИРГОР – это настоящий учебный город или, как отмечает сам директор, белорусский Шаолинь для начинающих атлетов. Место со своей философией, где каждого учащегося объединяет один девиз – «Быстрее, выше, сильнее». Чемпионские амбиции. Ну, я бы, наверное, не сказал, что это амбиции. Все-таки в педагогике мне более привычно понятие лидерские качества. Действительно, даже на момент отбора мы обращаем внимание на вот именно вот эти лидерские качества у наших будущих учащихся. Это, несомненно, это очень важный аспект в дальнейшей подготовке. Потому что, ну, вся спортивная деятельность, как вы говорите, это все-таки постоянная конкуренция и попытка доказать, что ты лучше. В процессе обучения мы их, естественно, укрепляем, развиваем. Причем с помощью не только тренерского состава, это и наши опытные педагоги, воспитатели, руководство учреждения. У нас сильные специалисты в области психологии. Поэтому это очень многогранный, комплексный процесс вот, работы многочисленного трудового коллектива. Вы знаете, у нас в Республике Беларусь на площади Октябрьской есть такая точка отсчета дорог от нашей столицы в наиболее крупные в областные центры. Так вот, Республиканское государственное училище Олимпийского резерва – это именно вот та нулевая отправная точка вот в том долгом, нелегком, тяжелом пути к нашему спортивному олимпу.